Всем привет! С вами любимая компания «Электромотор», и сегодня мы отвечаем на вопрос, как поменять втулочку в сейлке СМК. Многие люди звонят, спрашивают, как же изменить диаметр семечки для высева, что для этого нужно сделать, и как только мы говорим, что меняется втулка или что нужно высверлить втулку, почему-то у всех это возникает много вопросов, что это сложно, как-то это невозможно сделать. Все очень легко и просто. Вот сейлочка СМК, так она выглядит. Для того, чтобы поменять втулку, соответственно, нужно снять один бункер, в котором вы хотите непосредственно поменять втулку. Бункер снимается очень просто. Здесь есть специальный болтик. Я не знаю, видно вам, не видно, но вот здесь есть болтик, зажимчик. Снимаете болт, зажим и снимаете бункер с рамы, самой сейлки. И все. Откручивается колесо, снимается бункер и заменяется втулочка на ту, которую вам необходимо. Вот и все, ничего сложного. Для того, чтобы купить сейлочку или втулочку, вы можете звонить к нам в компанию по телефону 530038. Есть также дополнительные втулки, пустые, уже готовые. Если вы не знаете, как заменить, возникают какие-то вопросы, звоните тоже к нам по телефону, оставляйте свои комментарии под видео, ждем.